Да брось, она это заслужила. Разве она виновата, что запала на Майка? А с какой стати она на него вешается? Я просто защищаю Эми. Если он президент класса, это не значит, что он принадлежит всем. Нет, Эми, я ничей парень. Конечно, конечно, милый. Сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Господи, ну что там опять с нашей наивной сестренкой? Твоя записка? Рад, что ты пришла. То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. О, да, детка. О, Господи, она раздевается. Что? Господи Боже! Мэтт, что вы здесь делаете? О. Ханна! Прости, Ханна, Ханна. Нет, стой! Нехорошо. Мама, просто такая глупая шутка. О, черт! Вот вы, подонки! Вы все! Ханна!
Джош! Джош! Черт! Ребят, там кто-то ходит! Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Что вы сделали? Мы дурачились, Бет. Ну, пошутили. Да вы дебилы! Ханна! Ханна! Ну, может, догоним? Знаешь что, Майк, тебе она сейчас вряд ли обрадуется. О, черт! Замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Ханна? Прежде чем мы начнем, послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно.
С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь, все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Итак, ты хочешь приступить к этой игре? Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными, даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно, начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту и посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Хорошо. Главное, честно. Так что же все-таки приводит тебя в трепет? Ясно, ясно. А давай представим, что пугала там нет. Ты сможешь в одиночку пробыть в таком месте долгое время. Ну, к примеру, неделю. А если я скажу тебе, что здесь водятся призраки? Да ясно, ясно. Теперь я понимаю, что ты испытываешь немалый страх перед сверхъестественным. Что ожидает нас по ту сторону завесы смерти, никто не знает. Но ведь правда же, что может быть сильнее, чем страх перед неизвестностью? Всегда помни. Это просто игра. Что ж, время нашего сеанса истекло. Но скоро мы увидимся. Идет? Годовщина ужасной трагедии, разыгравшейся на горе Вашингтон. Ты, Энни Клайн, вела расследование.
Спасибо, что позвали. Скажите, удалось ли приоткрыть завесу над исчезновением девушек? Год назад сестры Вашингтон вышли из дома своих родителей в метель и больше не вернулись. Убийство? Официально нет. У нас есть один подозреваемый, но о его местонахождении ничего не известно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтон. Требовал прекратить строительство, заявлял, что это священная земля его предков. На горе сохранилась старая психлечебница. Он может скрываться там. Мои люди обыскали тут все. Девочки не могли бы уйти так далеко. Трагедии не в первый раз случаются на этой игре. И не говорите. Спасибо за рассказ. Болезненным в этой семье. Сыну Джошу спустя ровно год после таинственного исчезновения Ханны и Бет Вашингтон. Ну, здравствуйте, друзья. Так, нет, еще раз. Так, ну что, привет, мои друзья. Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать, самого щекотливого вопроса. Вы все, конечно, переживаете за меня, и всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой, но я хочу, чтобы вы знали, я очень ценю нашу решимость, и я точно знаю, Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми. Ради моих сестер. Ну, в общем, ладно, так. Короче, теперь мы оттянемся как порнозвезды. Поездка будет просто незабываемой. Готовы? Да!
Привет, малышка. Есть хочешь? А? Красотка. Класс. Сам. Ты же не в сумке? Ну-ка, что тут у нас? Не стоит мне рыться в вещах Криса. Крис! Сэмми, эй, ты приехала! О, кстати, я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу. Сама увидишь. Идем сюда. А куда? Тут близко. Ты обалдеешь. Та-да! Круто, а? Да! Ты смотри, какая прелесть! Прелесть? Тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Слушай, а ты знакома с отцом Джоша? Ну да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай лучше ты, ковбой. Ладно, начнем. Молодец, ковбой. Вот так, готов. Так будет с каждым. Не спеши задирать нос, просто новичкам всегда везет. Везение тут ни при чем. Ну, попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно. Так, получай! Эй, снайпер, ехать пора. У меня только начало получаться. Пошли, фуникулёр подъехал. К нам явится самый опасный преступник страны? Кто-то явно так и думал. Да брось, большую часть года здесь никого нет. Полная тишина. Странно. Заперто. Да. Джош просил держать ее на замке, чтоб никто не влез. В смысле? Кто не влез? Не знаю. Говорит, туда вроде бродяги забирались. Пипец. После вас. Какой джентльмен.
Я думала, вагончик ближе. Ну, подождем. Теперь мне хоть понятно твое желание убить время на стрельбище. А сколько его ждать-то? Ну, гора высокая. Да. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Книжку издашь? Что? Стихи свои. Спящий великан Блэквудского леса. Ой, помолчал бы. Наконец-то идешь? Ну, вообще-то я хотел остаться здесь и вздремнуть, но ладно. Как на выпускной едет? Поехали! Ура! Приключение! Ой, надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да, вот это уж точно. Я вообще никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. От него всего можно ждать. Я за него боялась. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо, гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Рядом с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну или вообще с кем-то другим. Бум. Эффект бабочки. Ой-ой-ой, кто-то приехал. Пойду поздороваюсь.